Я говорила, что хочу уволиться. И чем же ты займешься? Не думал присоединиться к миротворцам, Пилигрим. Ты пришел. Хорошо. Ты был прав. Это была ловушка. Похоже, ты подобрался близко к правде. Или они убили Лукаса. Или знают кто. Мы их разговорим. Как ты это сделаешь? Захватив водонапорную башню. Джек и Джо куда-то свалили. В башне почти никого не осталось. Это единственный источник воды в районе. А у кого вода, у того и власть в старом Велидоре. Значит, ты возьмешь ее штурмом? Мог бы. Если там не будет бандитов, базар поставит свою охрану. Как только они увидят миротворцев, начнется заварушка. Но я не хочу давать им повод для войны. Однако, если кто-то без шума захватит башню, им придется смириться с этим фактом. Значит, ты хочешь, чтобы я туда забрался, да? Да. Я обезвредил бы взрывчатку, заложенную Джеком и Джо, и зачистил башню. Но будь осторожен. Башня – самое высокое сооружение в округе, а единственный путь наверх перекрыт. Я могу попробовать. Похоже, это единственный выход. Хорошо. Давай. Если ты справишься, мы сможем надавить на базар, чтобы они сказали нам, кто убийца. Мы следим за тобой, ничтожество. Смотри, ничего не натвори. Эйден, как успехи? Похоже, бандиты сбежали с водонапорки. Здесь никого нет. Айтер хочет захватить башню и заставить говорить жителей базара. Так вот, как он ищет убийцу Лукаса. Не такой уж он идиот. Но поосторожнее с Джо, Эйден. Парень клоун, но он опасен. Не думаю, что он просто сбежит. Она выше, чем я думал. Черт. Айтар, Джек и Джо в башне. Они собираются ее взорвать. Блять, этого нельзя допустить. Башня заминирована. Обезвредь заряды. Быстрее!
меня! Живыми не уйдем. Никто не уйдет. Дай мне детонатор, Джек. Нет. Мы хотели собирать тайны. Только и всего. Джек, дай сюда. Они это заслужили. Они умрут. Джек, предупреждаю. Готово. Вода спасена. Таки получилось. Нас все равно наебут. Или эти засранцы с базара, или миротворцы. Чел, стой спуститься, нас схватят. Бля, все просрали. Всех нам не одолеть. Поэтому пора устроить фейерверк. Никто не уйдет живым. Джо, я не хочу умирать, придурок! Эй, кто здесь? Стой! Или мы взорвем эту сраную башню, клянусь! Бросьте, вы этого не сделаете. Не слушай его, Джек! Это конец! Пизду все! Не знаю. Мне страшно. Джо, подожди. Джо, это не тот пилигрим, что недавно появился на базаре? Да похуй. Хоть папа римский. Какая разница? Не понимаешь? Если он пилигрим, он может нас вытащить. Вывести из города в безопасное место. Я не верю этому Хуиле. Ты никому не веришь. Я просил тебя уладить все по-хорошему с Барни. Послушай меня хоть раз, блядь! Уладить по-хорошему с Барни? Нахера? Чтобы он свалил с базара! После того, что мы узнали от миротворцев! Мы предупредили этого ебаната, дали возможность сбежать, но он решил, что умнее всех! Предупредили? О чем? Ну, что Лукас готовился арестовать его за оружие, и не только. Он неделями готовил для него ловушку. Но вместо того, чтобы по-тихому свалить отсюда, Барни попытался всех переиграть. Так Барни знал, что Лукас идет за ним? Придурок хотел начать войну в старом Виллидоре. А нам это все нахер было не нужно! Деньги, кристаллы — это другое дело. Поэтому я пытался прикончить этого психа и его сестричку! Но, Пилигрим, выведешь нас из города или как? Успокойся, Джо! Сам, блядь, успокойся! Выведи нас из города, Пилигрим, в ближайшее поселение. И никто не погибнет. Я не торгуюсь с убийцами и вымогателями. Ты глянь на этого святошу. Пилигрим нам проповеди читает. Ну и дурак же ты. Ну же, Джек, давай! Прощай, базар! Что? Что?
Что такое? Игрушка сломалась. Ты это сделал? Ты за это заплатишь! Решай, кому достанется вода. Хакон. Эйден, где тебя носит? Джек и Джо предупредили Барни, что Лукас хочет его схватить. Он мог избежать ловушки, но пошел в нее. Тогда Лукаса и убили. Думаю, стоит обыскать убежище Барни в мотеле Танго. Я позабочусь о безопасности. Опять я чем-то заболела. Мне тоже. Откуда ты знаешь, что у меня в голове, а? Ладно, если тебе не нравится, давай по что делать? Конечно, это была Кэсси. Посмотрим на...